Если вы спросите, как у нас дела, то я вам так скажу, с каждым днем все лучше и лучше. Сегодня мы проснулись в отличном приподнятом настроении. Я уверен, что карпатский воздух однозначно целебный. Все замечательно выспались, и утренние сборы проходили целиком и полностью на позитиве. Мы стартовали и закончили часть дистанции по Карпатским горам и выкатились на равнину. Ну, как сказать, равнину. В принципе, затяжные подъемы на подъезде ко Львову, конечно же, были. Они давались не очень легко, но в целом должен сказать, что состояние сегодня абсолютно никак не намекает и не указывает на то, что вчера мы проделали почти 150 километров по Карпатским горам. Мы отлично прокатили почти 100 километров и решили придать немного экстрима нашему путешествию. Свернули с основной трассы и устроили себе такой себе Париж-Рубе по булыге, правда, не французской, а по булыге галицкой. Мы приехали в экстрим-парк Ежак. И там еще добавили себе экстремальных ощущений тюбингом, посоревновались с Юрой Березовым, кто быстрее спустится. Да и вообще, на самом деле, получили море приятных и очень крутых эмоций. Немного передохнули и двинулись дальше. Дальше наша дорога лежала ко Львову и, конечно, к одной из достопримечательностей Львовской области – это Олевский замок. Хочу сказать, что Олевский замок – один из самых хорошо сохранившихся замков в Украине, но надо сказать, что так как сейчас экономят на противопожарной сигнализации, тогда в былые времена экономили на молниеотводы, потому что замок дважды горел после попадания в него молнии. Первый раз во время рождения польского короля Яна III, прямо во время родов, молния ударила замок и расколола пополам стол, на котором эти роды и происходили. Тогда, конечно, оглохли все служанки и поняли, что родился не просто ребенок, а человек какой-то необычный. И, кстати, да, они не ошиблись. Второй раз молния попала в замок уже в 50-х годах 20 века. Он снова горел и почти 25 лет простоял в состоянии достаточно печальном. Спустя 25 лет начали его восстановление, и сегодня он, в общем-то, выглядит весьма-весьма неплохо. Поэтому, если будете на Львовщине, обязательно загляните в Олевский замок. Ну а мы двигаемся дальше. Завтра у нас дистанция Львов-Тернополь. На самом деле, очень тяжелый день. Ну а для вас, я думаю, он будет очень интересным в нашем следующем видео. Погнали!